Всем привет, друзья, с вами Неломоб и, конечно же, маленькая овечка по имени Цезарь. Вот же она. Сегодня мы с вами танцуем на туалете в Роблоксе, в темпарке. И сегодня же мы будем с вами строить новый аттракцион. Да, пока у нас день, возможно, мы даже успеем его построить, сделать красивым, прекрасивым. Ну, у нас тут на самом деле много чего уже настроено. Гляньте-ка, здесь просто, не знаю, просто очень много-много аттракционов. Но мы двигаемся к нашей точке, где мы в прошлый раз остановились. И я говорил в прошлой серии, что примерно отсюда начиная можно сделать еще один аттракцион. Вот у меня очередь собирается. Ой, я как-то провалился под пальмой, лежу. Ой, не могу встать, я ж тут застрял, что ли? Гляньте-ка, это реально получается, они здесь все стоят и ждут чего? А, все, кто здесь покатался, они теперь не могут отсюда выйти по той причине, что здесь я их замуровал этими пальмами. Что ж, давайте для них сделаем выход. Уберем эту одну пальму. Опа, по идее теперь они должны расходиться. Но пока что они, видимо, не поняли, что я для них сделал выход. И они все равно никуда не расходятся. Все равно тут стоят почему-то. Бедные и несчастные. Ну вот же для вас выход, спуск вниз. Почему вы не уходите? Вы что? Хорошо, давайте попробуем сделать как-то по-другому. Мне их просто очень жалко, что они здесь так застряли. Попробуем сделаем им такой подъем. Вот так, что ли? Вот теперь вы можете, по идее, вот так выходить. Или вы стоите в очереди. Нет, очередь здесь на карусель, а здесь спуск. Но почему-то они к этому спуску не приспособлены, не могут спускаться. Это очень странно, мне кажется. Ладно, пускай пока стоят. Надеюсь, сейчас вот эти вот приедут на финиш и глянем, что с ними произойдет. Но это очень ненормально, что они здесь застряют. Почему они там все так толпятся? Не могу понять, не могу. Так, может быть, он слишком маленький выход? Вот они еще вышли. И что, они тоже тут застрянут? По-моему, они здесь тоже застряли. Хорошо. Тогда делаем следующее движение. Движение. Дорога. Вот она, дорога. Эквипмент. Как очередь ее поставить? Ну, очередь, это вот эта полоска, очередь. Значит, мне надо просто плитку поставить, по идее. Такую, что ли? О, все. Теперь, по-моему, они не могут ходить по песку, скорее всего. Песок для них это непроходимая дорога. Так получается. А теперь вы сможете спускаться? Теперь спускаются. Ну ладно, все. Сделали для них такой вот спуск. Отлично. Сколько много людей здесь застряло. Они же, наверное, все голодные, хотят в туалет. Боже, Неломоб издевается над своими посетителями. Но это на самом деле не так. Я просто не думал, что они здесь застрянут. А я так давно не снимал эту карту темпарк Roblox, что... Ну, этот парк аттракционов. Что они здесь, наверное, очень уже долго у меня здесь стоят. Хорошо. Что мы сегодня будем строить? Сегодня мы, скорее всего, построим новый аттракцион. И он, скорее всего, будет водный. Сейчас мы поглядим. Вот этот аттракцион меня очень сильно интересует. Но я построил аттракцион с лебедями. Построил аттракцион вот такой водный, где они просто с лодки спрыгивают. Вот там он сразу спереди видно его, если тут сейчас подойти. Вот он, этот аттракцион. Я его построил. И теперь я хочу построить все-таки этот водяной. Но мне почему-то кажется, что я не смогу его здесь построить. Значит, давайте подумаем, как оно должно быть все. Ну, примерно вот здесь вход. О, что произошло? Что произошло? А может быть и получится? А что оно в ту сторону его начинает строить? Ага, ремов. А, можно его уничтожить, пожалуйста? Да, confirm. Значит, что-то я сделал не так. Хорошо, давайте думать еще раз. River, вот он. Вот это кораблик такой наш. По идее, это будет вход, я так подозреваю. Вот. Теперь мы строим его как бы в эту сторону. Да это сразу, смотрите-ка, здесь сразу будет вода внутри. Понимаете, в чем загвоздка? Это же круто. Сколько сразу человек мы сможем здесь сажать? Вот сейчас я, вот, например, могу поднимать их даже вверх. Вот, например, заворачивать могу. Но мне хочется поднять вверх. Я ищу, где тут поднять вверх. Нет, я не вижу. Оказывается, вверх поднимать нельзя. Можно повернуть, можно резче, можно еще вот так повернуть. Пробуем поставить. Опа, поворот есть. Теперь прямо. А можно повернуть здесь? Хватит ли у меня возможности? Будет... А, повернул! Крутяк! То есть я сделал очень такой классный, хороший поворот. Я не ожидал, что у меня получится на самом деле. Но это вышло. И мы сейчас, получается, сделали очень классную вещь. Мы сделали вон какую водяную
крутую горку. Но поднимать вверх, видимо, эту горку нельзя, можно только, чтобы она по земле ездила. Хорошо, возможно, это плюс, возможно, это даже плюс. Посмотрим, как оно выйдет у нас в итоге, но пока что мне все нравится. Могу ли я вот так сюда немного завернуть, а теперь вот так. Хватит ли у меня возможности? А ну-ка, поставилась. Эти балки сверху, в принципе, убираются, когда нам они мешают. То есть, все получается, все как и надо строится. Хорошо, здесь мы сделаем сейчас, наверное, резкий поворот. Нет, не надо резкий поворот, значит, прямо еще одну ставим. А теперь резкий поворот. О, получилось. Хорошо, теперь прямо. То есть, а здесь мне хочется сделать еще один очень резкий поворот. Чтобы так покатались, вот так, вот так. А здесь вот такой. Получится поставить? По-моему, получилось. То есть люди... А ну-ка, получится? Ай, не получилось. Но мне так хотелось. Не ставится. Обидно-то как обидно. Врезается. Не получилось. Ну не ставится, оно и все. Мне хотелось, чтобы оно... Знаете, как было? Чтобы тут, допустим, едут они вот здесь, едут, проезжают вот здесь. А здесь как раз новые посетители уже едут. Чтобы они встречались и махали друг другу руками. Ручками своими. Тогда прямо получится поставить. Так, прямо получилось. Здесь тоже никак не получится поставить, потому что здесь помеха большая, огромная. Значит, нужно делать ремув. Ремув еще раз. Тут нельзя, так как я задумал, поставить. Пробуем сразу, может быть, вот здесь сразу поворот. Тоже мешает, не получается. Значит, возвращаем обратно. Еще возвращаем обратно. Вот здесь надо как-то похитрее сделать все дело. А если вот такие два резких поворота сделать? Или там так и было? Да-да, наверное, так и было. Два резких поворота. Значит, здесь нереально осуществить мою задумку. Ладно, будем тогда строить сначала вперед. А теперь сделаем, возможно, резкий поворот. А ну так, попробуем. Один раз вперед. Получится ли? Нет, тоже будет врезаться. Не получается то сделать, что я задумал. Ничего, тогда вперед еще копаем. Еще вперед. Ну, не копаем, а строим, вернее. Ну, я думаю, вы меня поняли. Так-с. Тут можно, по идее, прямо один раз, а потом сделать поворот. А ну-ка, здесь я, возможно, вырулю как мне надо. О, получилось! Как раз здесь они будут садиться и встретиться так, как я и хотел. Отлично. Но здесь мы хотим сделать как? Завернуть, конечно же, еще. Так, здесь сделать резкий поворот. И куда мы едем? Куда мы мчимся? А здесь удастся сейчас повернуть, как я? Получается! Все как... Нет! Что? Почему? Ну тут же нет, тут же ничего не мешает. Что? Что? Что не так? Гляньте-ка. Тут места еще целая куча. А построить мне не разрешают. Ну что такое? Ну почему? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Тогда сейчас что-то придумаем другое. Два резких поворота можно? Нельзя. Тогда надо один отмену одну. Прямо строим. А теперь резкий поворот куда? Сюда. Тоже мне там не поместимся. Ладно, берем плавный. Но тут у меня уже, в принципе, не получится, скорее всего, завернуть, потому что мы там уже не купили себе местность одну. Но мы можем сейчас, в принципе, строительство остановить и пойти этот участок купить, наверное. Так, хорошо, закрываем, приостанавливаем строительство и идем сюда. В принципе, денег у меня довольно-таки много. Правда, сейчас на карту, если глянуть, у меня не больше всех денег, но довольно-таки много. 122 тысячи. Попробуем сейчас эту штуку купить. Надо сориентироваться только, где этот участок находится. Главный ход вон там. Это участок у нас посередине. Наверное, он самый дорогой. Посередине 40 тысяч стоит. Ничего себе. Ну ладно, покупаем. Он? Да. Я хоть не прогадал и купил то, что надо. Это радует. Хорошо. Мы продолжаем сейчас строить нашу водную, большую-пребольшую водную горку. Так, тестинг, building entrance, exit, edit, это по-моему, да. Хорошо, смотри-ка, мы тут почти уже достроили, значит, надо сделать поворотик, оба. Двигаемся дальше, еще немного, еще чуть-чуть, и мы достроим нашу прелестнейшую водяную горку. О, я что-то придумал, сейчас вы увидите все, сейчас вы все увидите на свои глаза. Но вначале мы достроим, я хочу ее, поскольку здесь много воды, много-премного воды, то мы что-то сделаем, очень прикольное украшение. Я уже придумал, но пока что не буду говорить, что было для вас, когда я закончу, что был для вас небольшой сюрприз. Так. Строим, строим. В принципе, вот здесь мы могли бы уже врезаться, да, как бы достроить. Но это не наш способ. Мы тут будем сейчас еще выделываться. Будем еще тут строить и строить. Так, немного можно вот в эту сторону подрулить.
Получится повернуть? Получится. Опа, опа, опа. Так. Прямо? Едем? Едем. Поворот? Получается. Все хорошо. Мы могли бы сейчас уже на финиш ехать, но это не наш способ. Конечно же, не нас. Конечно же, мы сейчас будем тут еще какие-то виражи придумывать интересные. Попытаемся, по крайней мере, если получится, хорошо. Так, вроде бы змейка, змейка. Получается. Нет, слишком резкий. Вот так. Нет, 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 нет. О, да. Отлично. Это плохая, плохая идея была, наверное. Да, мешает, не могу построить. Наверное, нужно было ставить прямо. Вот, а теперь плавный поворот. Плавный поворот. Что? Не-не-не, только не в конец. Не хочу в конец, хочу еще немного порулить. А тут мне хватит хотя бы завернуть. Так, и на финиш хотел бы. Как раз то, что надо, смотрите-ка, и на финиш. Все, в принципе, неплохо, я считаю. Теперь нам нужно поставить, я так понимаю, вход. Entrance. А вход у нас будет, конечно же, с этой стороны. Не зря я здесь так вот готовил такую большую-пребольшую. О, появились уже у нас даже сиденья. Отлично. А где мы поставим? Давайте подумаем. Чтобы нас было сразу очередь хорошо набиралась. Тут немного я натупил. Как же они тут будут заходить у меня? Тут дорогу я, наверное, не поставлю. Вот здесь нельзя будет, наверное, поставить. Ой, надо будет тут что-то придумывать. Надо будет какой-то... Слушайте, а что будет, если я здесь, к примеру, сделаю такой мостик? Пока не знаю, ребята, как это все сейчас мы реализуем. Попытаемся, конечно. Поглядим, как оно на все выйдет. Будем сейчас пробовать. Значит, вход пускай будет здесь, хорошо. А выход, ну, тут. Хорошо, устраивает меня это дело. Все, теперь мне надо как-то всего лишь провести дорогу к этому всему делу. А, ну, давайте сначала очередь. А какой мы сделаем очередь? Поскольку оно такого голубого, все коричневого цвета, то, наверное, такую за 20 долларов сделаем такую... Вход вот такой сделаем. Опа. Такой коричневый, да? Ой, коричневый. Серый с синей полоской. Как раз будет под цвет. Так, тут мы не можем пока что строить ничего. Так, тут у нас очередь будет идти. Идти, идти, идти. И все. В принципе, вот здесь они могут начинать становиться в очередь. Отлично. А здесь нужно проставить обычную плитку. Плитку, не песок. Тоже, а, тут закрытая даже у меня еще есть какая-то плитка. Ну, вот вроде бы неплохая. Темная такая плиточка. Ну и, скорее всего, я здесь никак не прострою. Место здесь нельзя будет ставить. Они тут не пройдут просто никак. Что же мне делать? Надо подумать, надо подумать. Так, думай, 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 не ломоп. Думай, думай. Кажется, у меня есть идея, ребята. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы возьмем такую серию, серую такую штуковину. И здесь поставим ее, чтобы они могли подниматься. А здесь мы поставим серую, чтобы могли спускаться. И здесь мы сделаем возвышение сейчас. То есть, когда они будут сюда спускаться вниз, здесь они смогут на возвышении уже думать, куда им дальше идти. Либо отдыхать, либо они смогут пойти сюда и поразвлечься себе еще на такой водной горке. Это даже горка, можно ее даже как для влюбленных сделать. Но мы здесь пока ничего не можем строить. Наверное, потому что мне надо сначала ее убрать, вот, вот эту штуковину. Так, убрал, убрал. Все отлично, все по плану у нас идет. Воду мне ставить не надо, а рок, скала. Поставилась. А, это я пол ставлю. Понял, блок. А блок нужно поставить. О, по-моему, все отлично. Красивый такой каменистый, скалистый такой блок. То есть они могут теперь наверх у меня спокойно идти. Ага, вот здесь они не смогут спуститься. Они тут будут спускаться не туда, куда мне надо. Ну что ж, тогда мы делаем следующим образом. Вот это, по идее, лишняя штуковина. Так, они не могут никуда уйти, верно. Это мы убираем. А здесь сделаем спуск и выход. Да, вот так мы и сделаем сейчас. Заходим снова отсюда. И строим, строим спуск. Где же он только? Сейчас мы найдем спуск этот. Так, где-то он был вот здесь. Вот этот скалистый спуск. Вот. Вот здесь получится? О, получилось. Вот и чудесно. Все. А это получается участок земли у нас лишний. Они могут вот здесь прийти и решить, спускаться им вниз сюда, идти или нет. Так, ну здесь, по-моему, мы поставили кусок участок земли, но мы на нем не поставили никакого пола, и они туда не могут спускаться. Надо пол поставить. О, теперь пол поставил. Но почему-то все равно они не спускаются, не могу понять почему. Все же верно. О, пошли, все отлично. Пол есть, теперь они идут сюда. Тут аттракцион еще закрыт. Что ж, давайте его запустим сразу. Open ему вот сделаем. И сядем сразу же на первое место, на первую вот эту вот штуковину. F буква, точно, F. Вот я и уселся, жду, возможно, новых каких-то тоже посетителей.
зрителей, и мы будем начинать с ними кататься. Новая водяная горка. Но почему-то пока что никто не хочет со мной кататься. Что, неужели я один поеду? Горка просто же великолепная, никто со мной не хочет кататься. Очень грустно на самом деле это осознавать. Так, на этой горке кто-то катается? О, тут катаются люди, смотрите-ка. Сидят вон там, сидят, катаются. Сейвинг парк сверху у нас табличка. А, у меня много раз писали в комментариях, спрашивали, как сохраняться. Показываю. Показываю, пока у меня вон идет этот криз идет, я показываю. Вот дискетка внизу, Save Game. Нажимаем ее и нажимаем Confirm. Мне сейчас пишут, что я не могу сохраняться, потому что последнее сохранение было не так давно. И тут через 37 секунд я смогу сохраниться снова. Вот здесь нужно сохраняться. Так, по-моему, мы сели. Мы, по-моему, уже уселись в новую горку и поехали вдвоем. Немного нас, но мы уже едем, гляньте-ка. Уху, уху, вперед, 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 вперед. Ну, как сказать, эта горка не очень быстрая, но она, мне кажется, прикольная. Почему? Потому что тут много я сделал всяких таких интересных поворотов, всяких таких штук. Ну, еще на вас сверху могут сверху плевать, в принципе. Не очень хорошая такая горка. Но я думаю, что в нашем парке все культурные, все очень порядочные и никто на вас сверху не будет кидать свои бумажки, обвертки, и не будет на вас никто плевать и тем более рыгать. Почему не будут рыгать? Потому что эта горка, в принципе, у нас не быстрая сверху. Это маленькая скорость имеет, очень маленькую скорость имеет горка, и поэтому тут нас ни в коем случае никто не будет пачкать. Смотрите-ка, мы даже когда едем, мы еще и крутимся. Мне кажется, что это классно. Классно, действительно классно. Гляньте-ка, мы едем, у нас еще и крутит. Тут руль есть, оказывается. Хорошо, спрыгиваем с этой штуковины. И я вам хотел сказать, показать, что мы будем здесь делать. Вот эту штуковину будем расставлять. Что она как называется? Она называется кристаллы. Эти кристаллы мы тут понаставляем по возможности как можно больше кристаллов, чтобы люди, когда ехали в этих водяных, получается, на водяных этих вот горках, думали, как будто они в каких-то пещерах, возможно, находятся. Вот, таким образом. Пускай эти кристаллы здесь стоят. Мне кажется, что это прикольно. Правда, один кристалл стоит $150. Это не дешево, скажем так. Но ничего, это будет для красоты у нас такая штуковина. Тут мы напихаем всяких кристаллов таких. А почему именно кристаллы? Возможно, вам такой вопрос появился у вас. А кристаллы, я думаю, что здесь подойдут из-за того, что здесь голубая вода. А они тоже такого яркого, такого цвета приятного, бирюзового, я бы сказал. Не синего, а такого, немножко такого, как цвет моря, что ли. Вот, и поэтому с ними будет прикольно. Так, тут нельзя строить, вот здесь можно. А если отдалю и так буду водить просто курсором? Нет, они так не ставятся. Если я буду так вот нажимать мышкой, тогда они настаивываются. А если просто буду держать курсор мышки, то нет. Кажется, я себя в кристаллах только что замуровал. Полно кристаллов, гляньте, как тут много их. Их тут просто неимоверное большое количество этих кристаллов. Тут натыкал, 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 натыкал. Боже, сколько кристаллов, вы только посмотрите, какая горка водяная получилась. Отлично, отлично. Я доволен то, что мы сегодня сделали с вами. В принципе, если вы хотите, чтобы я построил еще какую-то горку, у меня тут, в принципе, есть еще какие-то горки, которые нужно построить. Но единственное, что я от вас хочу, чтобы вы меня поддерживали. Молодцы, что вы пишете мне в комментариях. Ниломоб, когда будет парк аттракционов, когда будет темпарк, когда Роблокс. Я вижу ваши комментарии, все читаю. И, конечно же, я стараюсь по возможности, когда у меня есть настроение что-то построить, я захожу сюда и строю, конечно же, какой-то новый аттракцион. Ну и, конечно же, я буду следить на всякий случай еще и за обновлениями этой карты, потому что, возможно, здесь будут появляться еще новые аттракционы. Но, к сожалению, тут место не безграничное. У меня осталось всего 2 участка. Дальше что делать будем, я пока не знаю. А пока что все. С вами был Ниломоб. Мы играли в парк аттракционов и строили просто сумасшедший аттракцион водяной. Еще и с кристаллами. Увидимся в следующих роликах. С вами был Ниломоб и овечка по имени Цезарь, конечно же. Все, всем пока. Пока-пока.